Развитие городских сервисов как способ повышения качества жизни. На площадке креативного кластера «Трест» прошел паблик-ток с директором практик качества жизни агентства стратегических инициатив Татьяной Журавлевой. Города уже давно перестали быть просто местом массовой агломерации людей. Современный мир диктует новые стандарты. Успевать реагировать на запрос – главный ключ к развитию. На этом паблик-ток постарались раскрыть основные вопросы, связанные с городскими сервисами в Великом Новгороде. Например, пресловутые заборы у дорог – это неудобно и совсем не модно. По крайней мере, так считают урбанисты. Но, по словам Татьяны Журавлевой, эти заграждения – боль для многих городов, не только для нашего. Это наша большая дискуссия с ГИБДД, и не только с местным, но с многими регионами у нас есть. И разъяснение федеральных органов, и разъяснение Росздрави, это подвет Минтранс, который нам четко говорит о том, что заборы ставятся по желанию. И дальше мы уже ведем диалог, и это вопрос аргументации региона, аргументации города. А насколько можем объяснить, что здесь безопасно быть без забора? Впрочем, заборы – это только частный случай. Эксперты рассказали о том, как создать удобные городские сервисы для разных слоев населения. Ведь потребности у молодых мам, школьников, детей или пожилых людей разные, а значит, и инфраструктура должна быть подчинена конкретным социальным группам. Напомним, что подобные встречи проходят на площадке Треста в рамках интенсива «Архипелаг-21-21». Эксперты, общественники, представители власти ищут решения для различных жизненных ситуаций.